Дорогие друзья, с чувством легкой грусти я хочу объявить вам о том, что сезон «Кабачка» 2016-2017 завершился. В следующий раз мы с вами увидимся даже не в августе, а в сентябре, причем 12 числа, и пойдет отсчет сезона «Кабачка» 2017-2018. А уже 25 октября нашей с вами гостиной, да, нашей с вами, потому что гостиная – это вы, мои дорогие друзья, выступающие, зрители, слушатели, исполнится 5 лет. Уже 5 лет. Ура! Спасибо вам, друзья, и всех с наступившим летом. Отдохнем и увидимся осенью.